Доброе утречко, добрый день, добрый вечер. Приветствую на канале Логовом Плей. И вот мы играем наконец-то за Тони Старка. Нам нужно сходить, что-то там выяснить, почему там торым-бором. Сейчас пойдем. Так, смотри-ка, сюда еще можем сходить. Джарвис, папа дома. Можешь снять защиту от детей на мастерской? Простите, сэр. У меня, так сказать, руки связаны, поскольку мастер Брюс меняет проводку. Не пускает Тони Карка, или как там говорили, Тони как. Помните, да, прикол в фильме был? Все еще не верится, что они его нашли. Я скучал без тебя, старина. Ага, мы тоже скучали. Так, ладушки. Так, а что такое вот это зеленое? Смотрите, что такое зеленое? Может, мне лучше не знать, что здесь происходит? Тони, я просто делюсь с Брюсом своими техническими познаниями. Вижу, мне здесь будет чем заняться. Ага. Ты помог, Тони. Так, ладно. И? Что делать? Квадрат я не могу нажать. Так, 4 метра. А, задание туда идти. Ладушки, идем туда. Угу. Так, и что тут, Тони? Ну-ка. О, старый склад. Так, ладно. Так, коробочка, ребята, коробочка. Опа, взяли, открыли, еще что-то получили. Стоп, он же вроде работал. Ну, раньше работал, теперь нет. Так, Джарвис, засеки время. 1,04 секунды, сэр. О, есть над чем работать. В общем, грубо говоря, Тони есть Тони. Начал выпендрежничать. Джарвис, так. Есть вопрос. Где свечи зажигания? Инициирующие ядра находятся в дальнем углу на нижней палубе. Очнись, Сима. Мне полагается приз, сэр. Самый большой в мире. Моя благодарность. Интересно. Издевается Тони над Джарвисом. Так. Точнись, Сима. А спуск-то где? А, вон он. Все, я понял. Спуск именно вот здесь, ребятки. Угу. Мы тут, кстати, уже бегали. Так, я что-то вижу, там еще какой-то ящик. Кстати, а что он быстрее-то не бежит нифига? То никак. Ты что так это еле бежишь? Так. Тырым-бырым. Точности соответствует стандартам безопасности. О, открыто все. Кажется, я понял, в чем дело. И что тут дело? Тут полное жил... Поп... А... А... И... Сейчас током ударит. О, это же инициирующие ядра. Эй, вроде у больших роботов АИМ такие же ядра. Если одно такое достать, я эту старушку живо раскочегаю. Конечно, сэр. Но кто-то должен извлечь упомянутые ядра. У меня брони, считай, нет. Вдруг получится здесь что-нибудь собрать. Я проведу инвентаризацию и посмотрю, что осталось. Спасибо, дружище. О, как. Тони как боится драться. Эй, Тони, я еще не закончил с дверью. Но ты можешь проведать Камалу? Кажется, она отключила связь. О, ладно. Ты уверен? Да. Мне кажется, ей сейчас нелегко. Ясно. Так, и что ей нелегко? Проведайте Камалу в ее каюте. Так, а вот тут что у нас? Ага. Так. Так. А, тут зеленый тогда входил, я помню, да. Зеленка тут действовал.
Хорошо, здесь нам нечего делать. Так, поднимаемся наверх. Ой, ой, ой. А я ящик пропустил, а я ящик пропустил. Заделаем ящик, заделаем ящик. Хорошечно. Так. На втором этаже жилого отсека. Джарвис, посмотри, она там. Сэр, в жилых отсеках нет системы наблюдения. Какой долбанутый тебе это придумал? Ой, сэр. Точно. Вы, да, сэр. Значит, я собираюсь вломиться в комнату подростка. О! Эй! Прости. Надо стучать! Я пытался, вот видишь, кулак. Джарвис, подскажи мне. По всей видимости, у некоторых камер жилого отсека отключены забирающие механизмы. Ну вот и все. Я починю. Уж пожалуйста. Сбор на капитанском мостике через 10 минут, и ты приходи. Знаю, я... выгляжу нелепо. Да? А как? Нет, 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 это нормально. Такая работа. Костюм Тора видела? Плащ струится. Еще и наплечники. Оборжаться. Я так понимаю, это... О, это буркини. Его мне мама купила. Это как спортивная форма для мусульман. Супер. Я лучше переоденусь. Стоп, 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 стоп. Твой костюм показывает, кто ты. Покажи, что ты не шутишь. Смелее. Давай, неубедительно. Вот, другое дело. Ладно. Знаешь, я подумаю, как его улучшить. Шестеренки крутятся. Правда? Да. И если Брюс что-то ляпнет, напомни, что у него вообще только суперэластичный шарф. Ну, это точно. Все с ней в порядке. Она сильная. Я это уважаю. А еще она смеется над моими шутками. Да. К ней легко привязаться. Слушай, встретимся в лаборатории. Я почти починил дверь. Да, так я уже здесь, бро. Ты ведь починишь дверь? Осталось убрать распределительный щит и подсоединить. Ух ты. Молодец, бро. Это было несложно. А это место как будто снова оживает, да? Напрашиваешься на комплимент? Нет-нет, что ты. Просто делюсь наблюдением. Хорошо. Спасибо, что помог с ремонтом, Тони. Видишь? Ничего сложного, да? Ребята, часто молчу здесь, потому что какая-то есть определенная проблема. Мы прям не слышно игру. Вот. А мой голос хорошо слышен, из-за этого я периодически молчу, чтобы вы слышали, что они там говорят. Так, дом, милый дом. Ага, туда. Так, мы пока здесь пошаримся, давайте тогда. Опа, а что такое, куда я вышел? А, все понятненько. Уху-ху, значит, нам туда надо идти. Так, ладушки, ну пошли. Погоди, а я еще наверх подняться могу. А наверху что? Ух ты, пух ты. Но нет, к этому проекту пока рано приступать. И что за это проект? Ладно. Меньше знаем, крепче спим. Пойдем туда, куда нам надо. Что тут надо нажать? Если мы собираемся летать, нам нужен альтернативный источник энергии. Химера работала на Терригене. Нам нужно что-то не такое взрывоопасное. Я веду поиск источников питания в окрестностях, но мне понадобится время, чтобы найти тепловой след инициирующих ядер. А я пока займусь своей новой броней. Где найти запчасти для ремонта фабрикатора? Я обнаружил подходящую точку с запчастями и отправил координаты на штабной стол. Ту, блин. Штабной стол. Понял. Починить фабрикатор, получить новую броню, потом поднять эту крошку в небо. Новая цель. Просим к столу. Так, а вон куда нам надо. Так, 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 так. И? А, во как.
Ой, елки-палки, а что-то они все поднялись. А, все-таки надо куда-то будет лететь, да? Так, задание. Понял. Пустыня в Юте. Муравейник. И чё? Это что такое? А, это я там был. Это я. Наверное, сюда нам надо, да? Так. Чтобы собрать себе более качественную броню и помочь починить химеру, то не нужно выследить и разобрать на части какие-нибудь оборудования, какое-нибудь оборудование АИМ. Ну, вот теперь уже будет интересней. Полетели. Угу. Это Джарвис. Он что, со мной вместе летит или что? Да, первая остановка. Я даже близко не смогу починить химеру, не закончив с костюмом. Джарвис, у тебя есть новости? А им сейчас перевозят экспериментальный десантный катер, который мы можем позаимствовать и разобрать на запчасти для фабрикатора. К сожалению, он хорошо охраняется. Но местная система защиты АИМ настроена на крупномасштабное нападение с воздуха. Если я подлечу в одиночку, укрывшись в каньоне, то смогу угнать корабль. Это рискованно, но я не вижу другого выхода. Хм. Джейвс, только так мы сможем улучшить броню. Высылаю вам последние известные координаты корабля. Стены каньона не позволяют провести полный анализ ситуации. Советую торопиться. Броня у меня, конечно, не супер, но до места доставить в целом. Так, ну что, нормальная броня? Следует поспешить. Высылаю новые данные. Так, похоже, я им в курсе нашего вторжения. Может, будем говорить о блиц-визите? Вторжение звучит так, будто мы какие-то негодяи. Ой! Конечно, сэр. Ой! Готовящейся экспроприации. Неизвестно, как долго наша цель будет находиться в указанном месте. Алло, понял. Будем поторапливаться. Так, заколебал, но мне же надо тут уничтожить эти всех. Ай, ёлки-палки. Капец. Любопытно, как много разработок АИМ удивительно похожи на ваши изобретения. Лёха никогда не отличался оригинальностью идей. Это значит, что изобретение совместимо. Но... Так, ну вроде неплохо. Так, ну ты чё, ты как тебя посадить-то? Образно говоря, часики тикают, сэр. Да я уже понял. Нам нужно поднять химеру в воздух. Только же здесь оружие у АИ. Ууу, ёпонский бог. И какая его часть разработана по технологиям, украденным после дня мстителей у Старк Индустрии? На данном этапе сказать невозможно. Вероятно, более чем достаточно. Дарма ко мне не благосклонна. Так, а я понял, ребят. Я понял тут что делать. Тут надо просто аккуратно как-то пролететь. Ага, так, кто мне стрелял? Кто стреляет мне? Ах ты, вон он, ты падла. Есть контакт. Так, хорошо. У-ху! Ого! Ой, египетская сила! Меня попали! У вас осталась одна минута. Блять, ты чё молчал-то? Я бы знал, я бы тут даже не сражался бы. Куда лететь-то? Вау! И какого? Куда лететь-то?
Ёлки-палки, тут просто надо уворачиваться, видимо. Блин! Моя попа! Этот лифт ведет как раз к посадочной площадке. Понял. Ты только погляди, и на какое государство им решила идти война. Это снаряжение похоже на ваше изобретение. Взорвать бы тут все к чертовой матери! О, блин! Японский бог, меня сейчас еще и убьют тут. Японский бог! Это было тяжело. Капец, ну да, тяжеловато, ребята, железным человеком стрелять и управлять так все это. Он сложноватый парень. Камала хотя бы по земле бегает, а этот как бы, ну и Халк также. А этот еще и летает. Тут тяжеловато все дается, но в принципе все равно нужно что-то делать. Так. Этот лифт ведет как раз к посадочной площадке. Где? Понял. Только погляди, на какое государство им решило идти войной. Это снаряжение похоже на ваше изобретение. Взорвать бы тут все к чертовой матери. Так и сейчас сделаем, брат. Давай! Есть! Давай его, бач его! Что снайперы тут хотят? Ай! Еще какие? Взять их кольцо. Так я тут один. Кого их-то? Ай-яй-яй-яй. Ой, капец, Халк. Ой, Халк, говорю, Тони. Ты капец тяжелый какой. Кто меня сверху стреляет? Блин. Капец, тяжеловато. Ай, блин! Давай, мочи его, Тони! У меня неприятности! Капец, Тоняк! Тоняк! Давай, Тони, собирай эти железки. Где он? Вот это фартануло, ребят. Это фартануло. Просто фартануло. Так. Что тут сделать-то? Куда? Дальше. Так, полетели. Ой, как бы. Быстро на корабль, а потом сваливаем, пока им не пустило в ход тяжелую артиллерию. Ту-ту-ту-ту. Буквально. Соглашусь, сэр. Доктор Тарлтон с радостью воспользуется возможностью сплясать на вашей могиле. Ну, спасибо тебе, Джарвис. Теперь у меня в голове образ Джорджа, танцующего робота на моем надгробии. Прошу прощения, сэр. Если я прав, корабль должен быть уже рядом. О, а здесь уютненько. Где Ой. Этот чертов корабль? Он улетел. Сканирую. Десантный корабль переведен в более защищенное место. До взлета туда добраться не успеем. Успеем, если разогнать броню на 300% и лететь напрямик. Сэр, ландшафт здесь коварен, а вы можете взорваться.
Да, но у меня прямо какая-то жажда скорости. Вперед, гусь, и включи что-нибудь ритмичное. Ух ты! Так, ребята, я пытаюсь лететь. Капец! Я долго не протянет. После того, как Джорджи спалил золотые акры, у меня только броня и осталась. Я не готов к ней. А египетская сила? А чё он вверх-то не летит? Какой-то странный звук у перчаток. Неудивительно. Система шумоподавления только что вышла из строя. Все системы перегружены. Так. Ты что? Кажется, у меня локти горят. А, во, вверх пошли, вверх ушли. Это мой шанс искупить ошибки в день мстителей. Помочь девчонке, если уж совсем на чистоту, засолить Джорджи. Так. Держаться я буду до последнего, черт возьми. Отлично, идем. Осторожно, вы на прицеле. Ага, да ко мне что делать-то остается? Берегитесь. Понял. Капец, капец, ребята, я как-то лечу, офигеть, я сам над собой офигел. Вон он, корабль. А, так. Есть, я сделал какой-то Эми. Фу. Фартануло. Что ли, получилось? Капец, это было тяжко. Фух, мои сладкие телезрители, это было сладко. Мы сделали! Тони как справился! Обалдеть, я вообще в себя не верил. Честно, тяжеловато лететь, вот это управление. Тудым-сюдым, влево, вправо, вниз. Тяжеловато. Брюс, Камала, вы меня слышите? Сигнал отличный. Брюс в комнате вред. Делает вид, что... Не хочу знать. Ну так что, какие новости? Все супер. Мы все получим свои обновочки. Фабрикатор скоро заработает. Отлично. Скорее бы сделать Брюсу новые леггинсы. Так, выбираемся мы. Получается, вот это. Так, мы можем героев выбрать. Вот, ребята. Так. Ага, у него 7 мощь. Так, этот что такое... А, или это спутник какой-то. Блин, чё вообще, блин, чё нажалось-то, ёлки-палки. У этого 6. Вообще, конечно, тяжеловато. Тут всё грузится, вообще же попа полная. Капец, ну и чё это происходит-то, ну. Назад. Так, чё сделать-то здесь нужно? Шкафчик для снаряжения. Понял. Получил я вот такую фигню, да, какую-то. Так. А, ну вот, я могу у Тони Кака менять теперь 7-й. А 10-й. Так, этот какой-то экспериментальный репульсор Mark III. А это репульсор искусственное вдохновение. Ну, конечно, его давай. Так, это никак не меняем. А, подожди, 8-й. Конечно, меняем. Так, 7-й. Конечно, меняем. Так, вот это нормально. Так, а тут что такое? Внешний вид. А, то у меня... Я хотел вот этим летать, но он меня сразу почему-то вот этот взялся. Экспериментальная броня. Ну, в принципе, тоже справедливо, как бы, что... карточки... Так, цели. Тони... Ну, это вот, получается, Халком, да. Так. А, ну, используют запчасти для ремонта, ну, вот и как. Выберите задание. Ну, квинджет, давай, конечно. И чё? Так. А, пустыня в Юте, задание 2. Пустынная местность под контролем им, где сопротивление устроило штаб-квартиру Муравейник. А, то же самое, ребят, вы представляете себе? А, нифига себе, да. Задание номер 2. Так это только что мы его исполнили или нет? Не понял, ребят. Ну-ка давайте сейчас посмотрим. А, я...
Испытание, сложность 2. Все понятно, я понял. Угу. Они разные, да? Так, ну-ка. Давай-ка туда слетаем. То никаком. Опять пустыня в Юте. Так, штурмовой отряд. А почему я один? А, я по интернету только друзей могу пригласить. Все, понял. Ладно. Выбрать спутника героя. Так, давай халкометру возьмем. Халкометру давай возьмем. Пусть халкометр со мной летит. Ну, пожалуйста. Можно выбрать, нет? Так. Общий сбор. Ну. Нет. А, я халкометра выбрал. Нет. А. Капец, что я тут натворякал? Так. Начать задание Квинджет, загрузить выбранное задание. Так. Погоди. Выключить. Так. Выбрать героя. А. Выбрать героя. Это я выбираю героя. А спутника я здесь не могу выбрать. Я теперь понял, да. Кстати, Железный Человек у меня, походу, стал сейчас самым крутым. Спутников 0, видите? 0 из 3. Все понятно, ребят. Так, начать задание. Все, нажимаем. Погнали. Погнали наших городских. О! А нифига, ребята, они оба у меня спутники. Смотри-ка, круто! Посетители, наши разведчики смогли найти хранилище данных АИМ. В нем содержатся данные о новых боевых синтоидах. Их нужно уничтожить. Проберитесь туда, устройте погром в серверной и покиньте здание до прибытия АИМ. Диверсию мы сейчас должны сделать. Телекоммуникационный узел 8-0. Да нечего делать, как два пальца подуть. Так, я опять, кстати, в этом костюме дурацком, блин. Ну ладно, пусть он в нем будет. А зато мы, как говорится, справедливо не прокачаны. О, Запасной генератор АИМ питают турбинные ты чё? установки. Выведите их из строя. Давай, Халк, мочи его нахрен. Он меня бьет, стреляет. Ой, я его сейчас добью. Ой, спасибо. Спасибо, Халк и Дратон. Так, все, замочнили его. Сейчас, Халк, я тебе помогу, братан. Да ты какой сладкий у меня киллер, а, Халк? Ой, как я ему с двух ног-то вывальнул, ребята, видели? Так, я сейчас поиздеваюсь над его трупом. Не, ну а что стало сделать? Так. Ой, блин! Какого хера? Так, ладно. Это задание походит на то, которое мы тогда Халком делали. Так. О, кстати, у меня какие-то супер приемы есть. О, шикардос. Да, это походит на то задание, которое мы делали с Халком, но это другое, по-моему, да? Так, а что ты делаешь-то, балбес? Вот это ломай. Ой. Ну-ка. Вау, долбануло, так долбануло. Есть. Смотри, что стекло не ломает, офигеть, круто сделали. Хорошо, значит сюда надо залететь, да? Так, возьмем фиолетовую хернюшку. Так. И что здесь? Так, жизняка, морзняка. Да, проценты Халка, ребята, и принцессы Марвел внизу справа. То есть, если что-то им будет угрожать, то мы увидим, что у них проценты тают. Так, подорвите турбины. Ну, ладно. Опа, это что такое? Ты кто такой? Отойди, Халк! Есть, я его Ну, уничтожил, короче. Так. Нечего тут прототипом каким-то быть. Все, только я главный. Только я главный. Уничтожить. Уничтожить. Так, уничтожили. Так, подожди. Халкиметр, отойди-ка.
Так, все. Вот там еще что-то лежит, давай возьмем. Нам пригодится. Так. Эй. Эй. Ну, уже троем-то, ребят, повеселее бегать, чем вдвоем, да? Так, у меня есть L1, R1 какой-то супер удар, но это... Турбины. Турбины взорвать, да надо? Ну, сейчас это PC-кейк, это как подуть на два пальчика. А, вот эти, да? А им бросило против вас свои силы. Ой, ты меня напугал, что ли? О, я его с грудяки порвал! О, это что такое? Я стал каким-то я боксбастером этим стал, боксбастером. Все, всем хана, ребята, боксбастер пришел. Боксбастер пришел. Да пошли вы в баню, вы что, это Халкбастер пришел. Боксбастер. Да нафиг, вали, ребята, и хвали. Я здесь, давай, я пока буду эти ломать. Давай, ю-ху. Отличная работа. Бам, бам, щенок. Щенята. Да вы что тут охренели совсем, что ли, блин, белинов обожрались. Так. Ай, блин, я же вроде ушел. Так, порошай. Да Егор! Егоркин, Магоркин! Ой! Все, я ему дал люляки баба. Так, Халк, ты что-то там не погибай, блин! У-у-у! Халку плохо! О-о-о! Блин, и мне тоже фигово. Принцесса Марвел, давай, бей его. О, я ему сейчас хирок сделаю. Пошел ты в баню, все, сдохни. Халкометр, возьми что-нибудь. Так, он вроде сожрал что-то, да? Все, ништячок, ребятки. Поехали наверх. У-у-у! Да наверху штука. О. О, я ему вмазал с правой. Да кого-то надо взять там. А, все уже ему херак. О, девушку не бить мою. Ну, в смысле, не мою, а нашу напарницу. Ой! А, отлично, я только рад этому. Ай. Падла. Ай. Да бей его, капитанка. Молодец. Так, возьмем проценты. Так. Халкбастер, мазафакер. А что такое? Почему Халкбастер-то не вышел? Ну ладно, что-то случилось не так, ребята. Фиг с ним. Эй! Какого фига? Так, вроде закончили с ним. О, все, пипец ему. Все, есть, 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 контакиш-макиш. О, это какого хрена? О-о-о-о-о-о! Смотри, что мы какое-то ядро сломали. Ка, и можно поиграть этим. Так. Кана тебе, каналья! Уху! Демиконцикон и узел. Бум-бум-бум. Пипец ему. Так, ладушки.
Ну да, с командой намного проще, потому что без команды, мне кажется, вообще я не справился, мне было бы полный хандрабес. А так с командой я справился, в принципе, все удачно и все хорошо. Просто шикарно. Да. Отлично. Прекрасная работа, мстители. Вы устроили впечатляющий погром. А им будет крайне сложно восстановить данные исследований. Чем больше таких заданий вы выполните, тем быстрее мы свергнем Аим. Да, конечно, бра. Все, обоед. Так, информация об игроке. Так, что у нас там сейчас? А, 2-2-2, я могу что-то улучшить, ребят. Так. Я бум. Ну, эти вот эти полеты как-то я вообще не... Ага, вот такой удар, да, лазеры. О, нифига себе, вот это, конечно, я возьму лазером. Это круто. Так, это что такое? Тю-тю-тю-тю, чтобы удерживать. О, это тоже круто. Ну, тут надо... Че, сколько очков-то надо? А, это у меня автоматом, все, лазер вот этот, да. То есть еще треугольник нажать можно и... Да-да-да, все, я понял, хоккей. Бум. Для ракеты. Давай еще ракету сделаем. Дальний удар — это классная тема. Так, что мы тут еще нашли? Так. Девяточка, ребятки. Всем хана. Всем хана. Так, это фигня. Так, тут тоже девятка. Это тоже давай. Так, тут 7. О, 8 есть. Фу, прокачались. Так, ладно. Вы берите задание. Так, нам опять дают задание, ребятки. О, так, что-то я не понял. Каких-то 8 аж целей. А где они тут 8? Тут их 8 нету. 4. Так, я вижу только вот эти, то, что есть. А, еще вот, смотрите, какая-то дальняя снежная тундра. Так мы ее же уже делали. Блин, какой-то бред, а, ребят. Мы тоже снежную тундру. Или мы то, что ее там каким-то этим надо... Так, тут я тогда до Халка не добежал. Геликоптер. Так, ну-ка глянем, давайте. Ну и что тут она? Что нам надает? Мы же выполняли эту тундру. Уровень мощи задания. Просто он усложнился, я все понял. Все понятно. Так, ну это я понял. Так, это телекоммуникационный узел. Так, это походу тогда Халка мы делали. Так, и тут что такое? Хранилище процессоров. Ха. Ну ясно. Ой, блин, да их тут много. Капец. Просто капец, ребята. Всякой ерунды. Вот Халка. Культовое задание, да. Капец много. Ну что, ребят, давайте мы тогда в следующий раз с вами повыполняем целую кучу заданий, чтобы уже, как говорится, наверняка, тем более мы уже потренировались. Просто я как-то не могу понять, где тут основная миссия, где не основная, поразбираюсь. И потом мы с вами продолжим. Ну а пока всем спасибо за подписки, за ваши комментарии, за ваши лайки. Спасибо, что вы у нас есть. До свидос!